80 именинник по-прежнему в отличной форме. Рок-н-роллит, хулиганит, оттягивается на полную катушку. И пенсионный возраст ему нипочем. Но не потому, что на его драматическом лице морщинки умело прячет грим, а седину скрывает роскошный парик. Секрет молодости театра в неуемной энергии его труппы, постоянном творческом поиске и умении дарить радость людям. Мы счастливы, что в нашем городе есть театр. Это большое дело. Для воспитания и вообще для культуры это здорово. Юбилейный театральный капустник, как на премьеру, собрался полный зрительский зал. В свой 80-й день рождения театр расщедрился на солянку из любимых спектаклей. Веселое и легкое угощение пошло на ура. Гости были довольны и словно из рога изобилия осыпали именинника комплиментами и признаниями в любви. За все любим его, часто ходим. На все спектакли. На все. И артисты нам очень нравятся. За позитив, который я получаю здесь, когда прихожу, посещаю спектакли. Талантливая труппа, яркая театральная форма, энергия актерской самоотдачи, музыкальность спектаклей позволили стать Котласскому театру драмы одним из лучших учреждений культуры Архангельской области. Сегодня в его репертуаре десятки спектаклей, сказки, пьесы современных авторов, классика. Лучшее из постановок котласский зритель смог увидеть на сцене в рамках предюбилейной театральной декады. 22 по сегодняшний день фактически по 2 спектакля в день при полных аншлагах. Спасибо труппе, это было очень тяжело. И вот наконец настал долгожданный юбилей. Всех с юбилеем еще раз поздравляю. Поздравить коллектив театра со знаменательной датой пришли и первые лица города. Не раз было отмечено, для артистов Котласского храма искусств нет недостижимых вершин. Им подвластен любой жанр, любая роль. И во многом благодаря разноплановому составу труппы. Из 27 артистов больше половины молодежь, а костяк составляют заслуженные и ведущие мастера сцены. Уверен, что и впредь коллектив театра будет радовать своих зрителей интересной режиссурой, сильной драматургией и выразительной актерской игрой. В свою очередь, администрация муниципального образования «Котлас» будет стараться оказывать всю необходимую помощь. Кстати, благодаря муниципальной поддержке к своему 80-летию театр заметно преобразился. В 2015 году был отремонтирован фасад здания. На средства, которые город выделил к юбилею, учреждение планирует приобрести технику. В нашей области есть программа, которая реализуется по поддержке молодых специалистов в разных отраслях. И в этом году, точнее уже в прошедшем году, в 2015 году, область выделила деньги для того, чтобы построить служебные квартиры. Андрей Васильевич Палкин, наш областной депутат, самый главный строитель, эти квартиры построил. И буквально на этой неделе по ходатайству руководства театра было принято решение о выделении служебных квартир нашим молодым артистам. Для Степана Рожкина, Сергея Шувалова, Анны Егоровой и Евгения Казакова подарок в виде квартир стал неожиданным. Не обошелся вечер без вручения почетных грамот и благодарностей. По поручению губернатора Архангельской области отмечены Зоя Кручина, Ольга Белых и Эдуард Абанин. От имени глав Котласа и Котласского района Николай Мальцев и Светлана Рябова. От областного министерства культуры Светлана Львова и Оксана Раздрогова. Директор учреждения Мирослав Вельган в лице всего коллектива получил грамоту областного и городского собрания депутатов. Я с Яном знаком больше 50 лет. Еще 9-летним пареньком в 67-м году впервые пришел на спектакль «Щит и меч». Все ждал, когда танки выйдут на сцену. Не пришли. Это было здорово, компенсировано бутылкой лимонада и коржиком за 9 копеек. Впечатления остались самые замечательные. Поэтому хочется пожелать успехов, хочется пожелать удачи. Потому что удача нужна как никому, именно актерам. Изюминкой юбилейного капустника стали выступления бывших артистов театра, ныне столичных звезд, пародистов Евгения Гудкова и Александра Пескова. Ну, посмотрите, мы в конце концов стоим. Приятно безумно было увидеть сегодня на сцене моих партнер, с кем я работал.
и Наточи, и Соколову, и Танечка, Коля сегодня. Безумно приятно. Знаете, вот все равно сердце-то осталось. Кусочек моего сердца здесь. Вот. Безумно приятно, до слез. На юбилейный театральный капустник были приглашены и бывшие директора, и экс-худруки театра. Геннадий Казаков, Николай Бурдаев, Вячеслав Иванов и Алексей Ожогин. Мне сегодня очень приятно снова оказаться на этих замечательных подпостках, увидеть дорогие лица. И я хочу пожелать этому замечательному тандему Ярославу Ярославовичу и Наталье Сергеевне, чтобы вот этот корабль двигался в нужном направлении. Хочу очень низко поклониться всем тем, вот кто находится за пределами этого зала, то есть всему тому коллективу театра, всем тем цехам, которые обслуживают, собственно, тот праздник, который происходит здесь. Праздничный капустник завершил череду юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию театра. Новый театральный сезон продолжается. Впереди артистов ждут новые репетиции, постановки и выступления. Какие премьеры, это, конечно, пока большой-большой секрет. И мы стараемся вообще люди суеверные артисты, а уж главный режиссер точно суеверный человек. И мы стараемся пока, это все держать в некой тайне, в некотором секрете. Но премьеры обязательно будут, и будут новые режиссеры, и детские, и вечерние. Конечно, нас впереди еще ждут очень много премьер. Я надеюсь, что они будут очень разные. Кстати, в ближайшее время, если не помешают карантинные мероприятия по гриппу, с гастролями в Котлас приедет Академический театр имени Виктора Савина из Республики Коми. Спектакли намечены на середину февраля.